Вы знаете, оппозиция нужна. И на сегодняшний день, ну, уже мы имеем то, что имеем. Уже произошла либерализация там, в отношении регистрации партии, и ну, все возможности предоставлены. Я могу отметить другое, что, на мой взгляд, вот та оппозиция, которая представлена в так называемом Координационный совет, правильно же, вот так, ну, немножко, как же это правильно сказать, ну, несостоятельно, что ли. Ну, ничего они не могут предложить. Ну, я даже не хочется на эту тему много говорить. Ну, хоть что-нибудь бы, вот, что-нибудь предложили бы, кроме, значит, ну, там, все дураки, а я умный. Ну вот, к сожалению, кроме этого ничего не идет. Более того, хочу сказать, что ведь и, ну так как-то это очень слабо смотрится на фоне того, что ведь многие из тех, кто сейчас там, они были во власти-то. Понимаете, и ведь полностью провалили те направления, которыми занимались. Ну это я никого-то не хочу, там уже и так, их уже не надо критиковать. Они сами за себя все сделали. Ну про что говорить-то? Ну вот что они... могут предложить. Уже год они, вот, или сколько, больше уже вот этими экспериментами занимаются. И, к сожалению, для них, и, на мой взгляд, к счастью, для общества нашего, ну, они сами себя дискредитировали.